Сегодня мировое влияние находится на острове Патмос, и через минуту мы будем в пещере Апокалипсиса. Мы поговорим о книге Откровения и о том, что Иисус открылся нам как грядущий царь. Не пропустите этого, я вернусь через минуту. Греция. Патмос. Добро пожаловать на мировое влияние и на остров Патмос. Мы приехали сюда для изучения книги Откровения. Я нахожусь в уникальном месте, в пещере Апокалипсиса. Говорят, что именно здесь Иоанн получал свое откровение об Иисусе, записанное в последней книге Библии. Слово «откровение» происходит от греческого слова «апокалипсис». «Апо» означает «от», а «калюпсис» — это завеса. То есть это снятие завесы или открытие, поэтому серию программ с острова Патмос мы назвали «Открылся». Сегодня мы поговорим о том, что Иоанну Иисус открылся как грядущий царь. Иоанн увидел его как Господа, главу церкви, судью, агнца и льва. Но самым удивительным было подтверждение слов Иисуса о том, что он придет снова. В конце этой книги Иоанн поднимает голову и провозглашает: «Приди, Господь Иисус». Я молюсь о том, чтобы к концу этой программы вы тоже захотели сказать: «Приди, Господь Иисус». Возможно, во время программы Бог коснется вашего сердца, или же у вас будут вопросы по книге Откровения. Тогда позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. Вся информация сейчас указана на вашем экране. Поделитесь своим мнением об этой серии. Задайте свои вопросы по Откровению и расскажите, как мы можем молиться за вас, чтобы вы были готовы к пришествию Иисуса Христа. Сегодня мы поговорим с вами о том, как в книге Откровения Иисус открылся как наш грядущий царь. Ведь именно таким увидел его Иоанн на острове Патмос. Оставайтесь с нами. Я вернусь через минуту. Иоанну, возможно, было 100 лет, когда он был изгнан на остров Патмос. Пещера Апокалипсиса на Патмосе находится под действующей церковью с еженедельными служениями. Но во дни Иоанна это было уединенное место на дороге между поселками Кора и Скала. При входе в пещеру путники встречаются с прекрасной живописью и семью светильниками, как из видения Иоанна. Но был ли Иоанн, написавший Откровение, тем же Иоанном, кто написал Евангелие от Иоанна и лежал на груди Иисуса на Последней вечере? Первые 4 столетия церковь единодушно отвечала «да». Но в IV веке Гай Анисис изучил текст и заметил, что стили письма разные, и сделал вывод, что они написаны разными людьми. Но есть одно прямое доказательство. У Иоанна был преданный ученик из Смирны по имени Поликарп, который копировал письма Иоанна для распространения в Азии с помощью писаря Иерения. Иерений записал, что Иоанн из Евангелия — это Иоанн из Откровения. Но есть шанс, что хотя Иоанн и является автором Откровения, но он не писал его сам. Иоанну было где-то 75 или даже 100 лет, когда он прибыл на Патмос в 95 году нашей эры. Историки считают, что его сопровождал молодой ученик по имени Прохор. Учитывая его возраст и удивительную природу его видений, Иоанн не мог сам записать увиденное им. Поэтому он диктовал свои видения Прохору, который записывал их. Естественная столешница, за которой писал Прохор,
находится справа от того места, где Иоанн увидел Иисуса Христа, вернувшегося как царь. Вы тоже можете увидеть ее. Я сижу сейчас и смотрю на порт Патмоса в городке Скалоп. Я сижу на вершине пещеры Апокалипсиса, с которой началась сегодняшняя программа. Мы говорим об откровении или явлении Иисуса апостолу Иоанну. Иоанн был сослан сюда во время гонений при императоре Домициане, который требовал, чтобы люди поклонялись ему как кесарю и называли его Господом. Иоанн и другие верующие из Малой Азии выступили против того, что должно было очернить их сердца и заставить их отвернуться от Господа Иисуса. Иоанн был изгнан сюда и получил откровение, которое стало последней книгой Библии. Откровение очень сильно отличается от первой книги Библии «Бытие». Давайте поговорим об этом немного. В «Бытии» — начало неба и земли, а в «Откровении» — завершение неба и земли. В «Бытии» — начало сатанинской деятельности, а в «Откровении» — конец сатанинской деятельности. В «Бытии» появляется грех и проклятие, а в «Откровении» грех и проклятие уходят. В «Бытии» от дерева жизни отказались, а в «Откровении» оно снова появляется. В «Бытии» смерть появляется, а в «Откровении» уходит. В «Бытии» печаль также начинается, а в «Откровении» изгоняется. В «Бытии» освобождение предсказано, а в «Откровении» провозглашено. В «Бытии» предсказано первое пришествие Христа, а в «Откровении» провозглашено второе его пришествие. Именно о провозглашении Иисуса как грядущего царя я хочу поговорить с вами сегодня. Давайте посмотрим, что сказано в книге Откровения, 1 главе, 7 стихе. «Он придет в облаках, и все увидят его, даже те, кто пронзил его копьем. И все люди на земле будут горевать о нем. Это так, да и аминь. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блажен званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Далее 22 глава. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне — псы и чародеи, любодеи и убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» Есть четыре факта о христианстве, которые все должны знать. Во-первых, Иисус пришел во плоти. Он действительно ходил по этой земле 33 года. Во-вторых, Иисус вознесся к Отцу. Он умер на кресте, воскрес и вернулся к Отцу, с которым Он провел всю вечность. В-третьих, Он попросил Отца, и Тот излил Свой Дух, как написано в Деяниях 2 главе. Ну и в-четвертых, Иисус снова придет на землю. Этот факт был много раз предсказан в Библии. В 260 главах Нового Завета есть 318 обетований о втором пришествии Христа. Получается, что об этом сказано в каждом 30 стихе Нового Завета, а в Ветхом Завете, наряду с обетованиями о первом пришествии Христа, есть 8 обетований о втором пришествии. Снова и снова апостолы, Иисус и даже ангелы обещали, что Иисус вернется. В книге Откровения Иисус открылся Иоанну как Господь, глава церкви, судья, Агнец и Лев. Когда Иоанн смотрел на будущее человечества, то не мог не обратить внимания на то, что Иисус, который обещал в своем служении, что Он вернется, и который поднялся на небо, говорил Иоанну на Патмосе, что Он будет грядущим царем. Это очень важно. Иоанн переживал серьезные гонения, а
церковь находилась под давлением императора. Поэтому в своем письме Иоанн напоминает себе и всем верующим: да, сейчас мы под давлением земного царя, но однажды наш небесный царь Иисус Христос вернется и поставит все на свои места, а те, кто верят в Него и называют Его Господом, будут с Ним всегда. Удивительно отличие этих двух книг в Бытии, начало, небо и земли, а в Откровении — завершение небес и земли. В Бытии — начало деятельности врага, а в Откровении — конец его же деятельности. В Бытии появляется грех и проклятие, а в Откровении грех и проклятие уходят. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы находимся на острове Патмос. И я сижу на пещере Апокалипсиса. В этом месте Иоанн получил откровение об Иисусе Христе. Сегодня мы говорим о том, что Иисус открылся как грядущий царь. Оставайтесь с нами, я вернусь через минуту. Пещера Апокалипсиса имеет три трещины в потолке. Считается, что она открывалась во время откровения Иоанна. Я грек, я родился в Афинах и вырос в православной семье. Я принял Господа, когда мне было 17 лет. Я столкнулся с гонениями, потому что для греков я был еретиком. Семья пыталась убедить меня вернуться к традиционной религии нашей семьи. Со временем Господь привел меня в служение. Я занимаюсь служением уже 35 лет, а 27 лет я пастор. При населении в 11 миллионов, в Греции всего лишь 30 тысяч рожденных свыше верующих. Это значит, что у нас очень мало церквей, а после кризиса нам сложно содержать наше здание из-за недостатка финансов. Нам нужно организованное молитвенное движение за всю Грецию. Мы получили духовные знамения того, что Господь посетит эту страну. На это мы надеемся, и об этом мы молимся. А когда вы в последний раз молились за другую страну? Сегодня мы находимся на острове Патмос и говорим о том, что Иисус открылся как грядущий царь. Обетование о втором пришествии должно вызывать предвкушение в сердце верующих. Скоро произойдет величайший день в истории. Великих дней было много. Сотворение, начало потопа, послушание Авраама и принесение Исаака в жертву, Пасха, победа Давида над Голиафом, вознесение Ильи на огненных колесницах, визит Гавриила к Марии и обещание того, что она родит Христа, само рождение Иисуса. Далее Его крещение, день смерти на кресте и Его воскресение. Но из всех этих дней величайшим остается тот, когда Иисус вернется в силе и славе во время свадебного пира Агнца и Его невесты. Я считаю, что это величайший день в истории человечества, и Он ожидает нас в будущем. Первая церковь верила, что этот день наступит во время их жизни. Часто они приветствовали друг друга словом «Маранафа», то есть «Наш Господь грядет».
Говорят, что они, прощаясь, также произносили слово «Маранафа». Так они ежедневно напоминали друг другу, что следует жить в предвкушении пришествия Христа. Верующие не должны бояться пришествия Христа. Оно должно нас радовать и восхищать. В Евангелии от Луки, 5 главе 34 стихе, Иисус сказал: «Разве можно заставить поститься друзей жениха на свадьбе, пока он еще среди них? Но придет время, и жениха уведут от них, тогда и будут они поститься». Иными словами, они будут жить, ожидая возвращения Господа. Я все еще помню вечер, который был 38 лет назад, прямо накануне нашей с Лизой свадьбы. Это был момент великого предвкушения. Помню, я лежал и думал: завтра мы свяжем свои судьбы навсегда. Я так рад, что принял это решение, но в тот момент я был полон предвкушения. Такие моменты есть на каждой свадьбе. Так же сам Иисус готовится к браку со своей вечной невестой, церковью. Итак, обещание Его второго пришествия должно вызывать предвкушение, а также мотивацию. Наши дни на этой земле ограничены, и мы должны использовать их, чтобы готовить других к пришествию Христа. То есть великое поручение имеет крайний срок. Иисус сказал, что приближается ночь, когда никто не сможет работать, поэтому мы должны работать, пока еще день. Придет время, когда люди не смогут спастись, поэтому в это данное Богом время мы должны делать все, чтобы приводить людей ко Христу. Меня мотивирует тот факт, что наш Царь грядет. Я предстану перед Ним, и все мои дела будут рассмотрены. В тот момент я хочу увидеть тысячи людей, пришедших к Иисусу, благодаря нашему служению, благодаря таким служениям, как мировое влияние. Это значит, что церковь должна жить с осознанием срочности или с осознанием эсхатологической срочности. Осознание скорого возвращения Христа должно подталкивать нас к тому, чтобы делать все, дабы приводить людей к Нему. Итак, обещание второго пришествия Христа должно вызвать в нас предвкушение, должно мотивировать нас, а также подталкивать нас к подготовке. Вот это очень важно. Мы должны быть готовы к возвращению Иисуса. В Евангелии от Матфея, 25 главе, Иисус рассказал притчу о 10 девушках, которые ждут прихода жениха. Все 10 взяли с собой лампы, но 5 из них были мудрее остальных. 5 мудрых девушек взяли масло и приготовили свои лампы, а 5 глупых не сделали этого. Затем все они уснули, но посреди ночи раздался крик: «Внимание! Идет жених!» Они проснулись и начали зажигать свои лампы. 5 глупых девушек поняли, что не готовы к этому моменту. Их лампы не горят, и жених не найдет их, так как они не готовы к свадьбе. Они попросили масла у мудрых девушек, а те ответили: «Нет, идите и купите его в другом месте». Пока они покупали масло, жених пришел, и мудрые девушки, которые были готовы, ушли с ним. Дверь закрылась. Со временем глупые девушки вернулись и попытались войти, но жених сказал: «Я вас не знаю, я не буду с вами». Они не были готовы к возвращению Иисуса. Снова и снова Евангелие призывает и даже повелевает нам быть готовыми, не спать и трезвиться, быть готовыми в любой момент к возвращению Иисуса на облаках славы. Никто не знает этого часа, даже сам Иисус. Это знает только Отец. Но когда этот день наступит, Иисус придет, чтобы забрать нас с собой навсегда. И я хочу быть готов к этому. Библия говорит, что мы можем быть готовы, если отдадим наши сердца Иисусу Христу и будем верно служить Ему. Апостол Иоанн на прекрасном Патмосе увидел одно из величайших открытий в истории человечества. Это было открытие,
реальности Иисуса Христа, а также будущего всего человечества. В конце пожилой апостол поднялся на ноги, потер глаза, посмотрел на небо и услышал такое обещание: «Я скоро вернусь». Именно им должен жить каждый верующий человек. Это относится не только к верующим первого столетия, второго или средневековья, но также и к нам. Тогда Иоанн сказал в ответ: «Да, приди, Господь Иисус! Несмотря на все, что ожидает человечество, пожалуйста, возвращайся». Я надеюсь, вы живете в предвкушении и готовитесь ко второму пришествию Иисуса Христа. Он — наш грядущий Царь. Мы так рады, что вы присоединились к нам на острове Патмос. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца этой программы. 40% американцев считают, что Иисус, скорее всего, вернется до 2050 года. Думаешь о колледже, но не знаешь, чего ждать? Приготовься к лучшему уикенду в жизни. Со 2 по 4 ноября приглашаем вас посетить университет Орала Робертса в Талсе и побывать на самом ожидаемом событии — уикенде знакомства с университетом. Этот уикенд будет насыщенным и духовным. Почувствуй, что значит быть студентом ОРУ. Поживи в общежитии, посети занятия, гуляй по студгородку и заведи новых друзей. А потом спроси у Бога о следующем шаге. В ОРУ мы нацелены на всестороннее развитие. Здесь мы растем духовно, интеллектуально и телесно. После встречи с выпускниками, которые представляют все новые профессии и служения, ты точно сможешь найти курс, который подходит именно тебе. Наши выпускники обречены на успех. Звони или заходи на наш веб-сайт и регистрируйся на ознакомительный уикенд. Вся информация на экране. Приготовься к лучшему уикенду в жизни. Здравствуйте, меня зовут Гейл Статис. Я миссионер и служу в Афинах уже 32 года. Здесь мы организовали служение от Европы до Ближнего Востока, которое занимается поддержкой миссий и миссионеров. Мы работаем по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Бог работает над этим регионом, чтобы поднять живую церковь в этом историческом месте. Думаю, всему телу Христа нужно понять, что сейчас самое лучшее время. В регионе, где всего 2% миссионеров, мы видим более 4 миллионов беженцев из Сирии, часть из которых останется здесь жить. И вместо того, чтобы бояться этого, мы должны смотреть на это как на возможность от Бога. Бог послал нас сюда в это время, чтобы мы могли рассказать им Евангелие. Нам следует относиться к этому как к божественной возможности. Мы не могли коснуться этих людей в их стране, но сейчас мы можем говорить ко всему миру, потому что Бог приводит этот мир прямо к нам в руки. Церковь должна понять это. Нам следует подняться и молиться друг за друга. Молитесь за Грецию, через которую проходят миллионы людей. Также Греция переживает сейчас серьезный экономический кризис. Местные жители, как никто другой, пострадали от экономического кризиса 2008 года. То есть с этой страной, которая находится на пути многих беженцев, происходят разные вещи, и это прекрасная возможность, чтобы рассказать людям об Иисусе. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель».
Сегодня мы говорим о том, что Иисус Христос открылся нам как грядущий Царь. Он придет во всей своей славе. А апостол Иоанн, увидев будущее всего человечества, сказал Иисусу: «Да, приди, Господь Иисус». Таким должно быть и наше отношение. Мы должны быть готовы в любой момент. Правда в том, что многие из вас не готовы к возвращению Иисуса. Вы, как глупые девы, которые были не готовы к тому моменту, если бы Иисус пришел сейчас, вы не были бы готовы и столкнулись бы с судом за грех. Но вы можете подготовиться прямо сейчас. И если вы хотите узнать, как это сделать, то позвоните нам или зайдите на наш сайт. Расскажите, что происходит в вашей жизни, и мы помолимся за вас. Мы верим, что вы можете быть готовы к возвращению Христа на облаках во славе. Иисус сказал, что никто не знает, когда это будет. Даже Он этого не знает. Это знает только один Отец. Иоанн увидел Иисуса, Его грядущего во всей славе. Поэтому будьте готовы, проснитесь, отряхнитесь и будьте готовы к моменту Его возвращения. Потому что Слово Божие обещает, что когда Он придет, мы будем такими, как Он. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Я нахожусь сейчас в месте под названием «Пещера Апокалипсиса» на острове Патмос. Где-то недалеко отсюда Иоанн получил свое откровение об Иисусе Христе. Это престарелый апостол, последний из 12 учеников. Он увидел Иисуса, грядущего в силе и славе. Он воскликнул, когда увидел Его: «Да, приди, Господь Иисус!» Вы смотрели «Мировое влияние». С вами был Билли Уилсон, и вместе мы рассказываем миру об Иисусе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орала Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру через конгресс Empowered 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. Также вы можете попросить нас о молитве, поддержать это всемирное служение или поделиться своим свидетельством по телефону, который сейчас на ваших экранах. Меня зовут Энди Браун, я партнер по аудиту в компании Grant Thornton. Мы аудиторская фирма, одна из крупнейших в мире. У нас больше 40 тысяч сотрудников по всему миру и около 50 офисов в Соединенных Штатах. Я выпускник УОР 2002 года. Там я получил потрясающий опыт. Мистер Грег и мистер Анра — заслуженные профессора университета. Они оказали огромное влияние на мою жизнь. Я получил ценный опыт найма выпускников университета, поскольку сам вышел оттуда. И тем самым воздал за вклад университета в мою жизнь. Диплом УОР ценится и в Grant Thornton, и во многих других крупных компаниях города и страны. Мы были очень довольны качествами студентов-выпускников УОР. Это говорит о высоком уровне подготовки, которую они получили в процессе учебы. Это замечательный университет.